В Венгрии создают свою социальную сеть для поиска пропавших вещей, людей и животных. Идея принадлежит бывшему полицейскому и частному детективу, который называет свой проект уникальным. Сайт он создал за свой счет, и регистрация там бесплатная. Можно сообщать как о потерях, так и о находках, и даже местах, где стоит поискать. Мы даем возможность каждому найти не только сами потерянные вещи, но и адреса таких организаций, как приюты для животных, ломбарды, свалки. Те места, где может оказаться пропажа. Этот сайт уже помог найти пропавшую девушку. Полиция не смогла помочь ее матери, и только тогда, когда фото поместили на сайте, девушку обнаружили в Австрии. Я на самом деле не доверяю полицейским. Они ничего и не делают. Они мне сказали, что девушка уже взрослая и могла сама принять решение. Они ничем мне не помогли, сказали идти домой. Никто из них не понял, что я чувствовала. Пока сайт доступен только на венгерском языке, но автор не исключает, что со временем новая социальная сеть охватит и другие страны.